Hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook. Cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night, but it feels like the start of the rest of my life. The lights and cue the slow motion. Наш вкусный завтрак сегодня. Тут яичницу сделала, овощи. Сделала такую тортилью с сыром. У мужа то же самое. К чаю у нас сырнички. Приятного нам аппетита. Всем приветики, всем доброго утра, хорошего дня, отличного настроения. У нас сегодня такая прекрасная погода, просто вообще плюс 15. И вчера тоже было плюс 15 днем. Точнее, даже днем показывала плюс 20. В машине показывала. Машина, правда, нагревается. Температура показывает немножко по-другому. А так было около 15 точно было. Погода вообще была вчера классная. Очень классная. Правда, был немножко ветер, но ничего так. Ваня уже у нас в садике. Василиса сейчас пойдет в школу. Утром они с папой ходили к ортодонту. Василисе там подправляли пластиночку. Скоро пойдем ей выдергивать еще один зуб, правда, она не хочет. И еще один лечить, кстати, тоже пойдем. А я сейчас планирую сделать генеральную уборку на кухне. Скоро Пасха, нужно убирать весь дом. В общем, сегодня у меня по плану уборка на кухне. Оставайтесь со мной, будем убираться вместе. На улице, конечно, клевая погода. Вообще красота. Тепло, светит солнышко. Сейчас уберусь и пойдем гулять. Сегодня я решила устроить большую генеральную уборку на кухне, так как скоро Пасха, а всегда перед Пасхой и перед Новым годом я всегда полностью убираю весь дом. Сегодня решила начать уборку с кухни. Вот такая вот у меня грязная приточная вытяжка. И на трубах такая грязь. Это та самая липкая беспонтовая грязь, которая остается на кухнях, на шкафах, сверху до поверхности, которую ты не вытираешь каждый день. В общем, вот эта вот грязь скапливается. Вроде недавно мыла сверху шкафчики, но уже есть немножечко этой липкой грязи. В этот раз я отмываю все азелитом, побрызгала эту вытяжку, протираю ее со всех сторон. И азелит прекрасно справляется с этой липкой кухонной грязью. Липкий такой грязь плюс жир, в общем, вы поняли меня. В общем, все прекрасно отмывается. И с труб тоже все прекрасно отмывается. Наношу азелит на трубы или просто на губочку и все протираю хорошенечко. И потом влажной тряпочкой вытираю всю эту пену. И трубы, и вытяжка, смотрите, они просто как белоснежные, очень прекрасные. Ни одной пылинки, ни одной грязинки, вся эта липкая грязь прекрасно все отходит. Вообще супер, мне очень нравится и удобен этот азелит. Также решила протереть шкафчики сверху, на них не так много грязи, еще не успела налипнуть и собраться там грязь, поэтому все очень легко отходит. Также решила помыть вытяжку, сняла ее, протираю все тряпочкой, всю пену эту азелитовскую несколько раз, и шкафчики сверху чистые, белоснежные. Взяла вытяжку тоже брызгаю азелитом, со всех сторон ее побрызгаю, потом просто протираю губочкой, и вся грязь, весь этот жирный налет очень прекрасно отходит. Если не знаете, как с этим справиться, берите азелит, и все отмывается. У меня также есть другое средство, не химическое, которое можно сделать самим, которое тоже прекрасно отмывает все поверхности от этого липкого жира. Но, одно но, азелит может испортить вам, допустим, шкафчики или какие-то пластик. Азелит очень просто может испортить такие поверхности. А вот то другое мое средство, оно подходит вообще для всего. Если вам интересно, ссылочку оставлю в описании. Пройдите, посмотрите. Вообще чудо средство делается за 5 минут. Тоже прекрасно все отмывает, весь липкий жир. А я уже убралась на полочке. Протираю все баночки. Тут у меня стоят баночки со специями, с чаем, с кофе, всякие семечки. В общем, все, что мне нужно.
Все это красиво, аккуратно расставляю, все протерла, теперь никакой пылинки нету. Теперь протираю столешницу, мою столешницу также азелитом. Набрызгала азелит, потерла губкой и потом протираю тряпочкой, убираю все средство. И столешница тоже прекрасно становится чистая. Хочу отмыть вот эту вот лампочку. Это лампа, которая висит на кухне. Если честно, я до нее не добиралась очень уже давно. Смотрите, сколько на ней грязи. Также взяла азелит. Брызгаю его. Даю немножечко подождать. И прям видно, как сама грязь начинает просто стекать. Стекает и капает на пол. В общем, такая вот... Такое чудо средство. Это азелит, который прекрасно справляется с жиром на кухне. Смотрите, проходимся губкой. И все снова чистое. Вообще прекрасная красота. Отмыла лампочку. Смотрите, блестит, сияет как новенькая. Кстати, азелит немножко испортил лампочку. Там сверху была пластиковая вот эта вот штучка. Из пластика сошла краска. Поэтому говорю, азелит подходит не для всего. Так, мою теперь свою гриль. Протираю ее тряпочкой. В принципе, она у меня не сильно грязная. И взяла меланиновую губку. Она прекрасно полирует поверхность. Вот эта вот блестящая поверхность становится еще более блестящей. На ней нет никаких капелек, ржавчинок. Меланиновая губка просто отполировывает. И эта гриль теперь сияет. Теперь решила разобраться в шкафчиках. В этих шкафчиках у меня сверху стоит все для выпечки. Там мука, сахар, разрыхлитель. В общем, такие вещи. Все оттуда достала. Сортирую и красиво складываю. Тут у меня все для выпечки, такие красители и все остальное. Мы покупаем муку и сахар в больших пакетах, ну, 5 мешках, 5-килограммовых или 10. Пересыпаю все в контейнеры, а это пакеты большие убираю на балкон. Теперь все красиво, аккуратно составляю. Перехожу на нижнюю полочку. Тут у меня стоит уксус, масло. Какие-то специи, которые не поместились в баночке. В общем, все достаю, пересыпаю в баночки то, что у меня тут лежит в пакетиках. Это лимонная кислота, соль, перец горошком. Насыпаю их в мельницу. Пересыпаю соль в чашку для соли. И также наливаю масло в дозатор. Протираю фасады шкафчиков. Нужно разобраться также в этом ящике. Не забывайте, у нас сегодня генеральная уборка. И мы моем все. Все на кухне. Залезем в каждую дырочку. В общем, вымоем вообще все. Рассыпаю крупы также по контейнерам. Красиво все расставила. Кстати, если вам нравятся мои видео и вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Мне будет очень приятно. Вам, конечно же, это не сложно. Поставьте лайк, и будет вообще круто, и мне очень приятно, если вы напишите свой комментарий. Для меня очень важна обратная связь. Большое всем заранее спасибо. Я уже убралась в шкафчиках. Теперь хочу мультиварку. Также ее протерла сначала просто тряпочкой, а теперь до блеска натираю меланиновой губкой, и она прям становится как новая. Нужно отмыть мою грязную плиту. Я на ней готовила 3 или 4 дня и не мыла. И смотрите, какая она стала грязная. Ну, азелит мне в помощь. Все, забрызгала азелитом. Беру губочку. Пенку эту так распределяю по всей плите. И азелит очень быстро справляется, конечно, с кухонными плитами. Он прекрасно отмывает всю грязь, жир, весь налет пригорелый. Вообще все отмывает буквально за считанные минутки. Набрызгала второй раз, чтобы наверняка все отмыть. Теперь тряпочкой и губочкой собираю всю пену. И смотрите, плита прям просто сияет. Вообще красота. Также нужно периодически мыть посудомоечную машинку. Внутри-то она, конечно, чистая. Но вот с краешку все время собираются какие-то капельки, брызги от чашек, от кофе. В общем, они все время попадают туда. Сразу наливаю ополаскиватель для посудомоечной машинки. Кладу таблетку, так как буду мыть после этого посуду. Сняла фильтр, чищу фильтр. Заправляю соль в посудомоечную машинку. Соль я покупаю большими пакетами по 25 килограмм. Беру на Валберис. Это универсальная таблетированная соль. Хватает ее вообще на год, что ли. Но очень долго ее хватает. Все загрузила, посудомойку помыла. Теперь складываю в нее посуду.
Посуда будет мыться. Также сняла решетки с плиты. Пусть они тоже помоются. Тем временем убираюсь на посудомойке. И хочу отмыть с котла и также с другого шкафчика вот эту вот липкую грязь. Тут она тоже собралась. В общем, я залезла. Все мою. Азелит тоже быстро с этим справляется. Брызгаю, протираю губочкой. Потом тряпочкой влажной несколько раз. И все опять чистенько и красивенько. Очень быстро ушло мне на это минуты две. Также тем же азелитом мою микроволновую печь. Микроволновку я мою достаточно часто, просто протираю тряпочкой, поэтому она у меня сильно не пачкается. В основном она такая чистенькая. Достаточно внутри просто протереть ее влажной тряпочкой. И опять красота. Все, составляю все на место. Также помыла тостер. Ставлю его на место. И в том уголке чисто. Теперь нужно разобраться с нижними ящичками. Достаю все оттуда, протираю и аккуратно составляю по своим местам. Не так давно убиралась в этом ящике. Если честно, не так часто я туда залазю. Тут лежат вещи, которые мне нужны достаточно редко. Поэтому не буду сильно там убираться. Убиралась совсем недавно. Перехожу к другим ящикам. Вот эти нижние фасады очень сильно пачкаются постоянно. Потому что когда готовишь, что-то все время на них капает. Какие-то летят брызги. В общем, такая опасная зона, которая постоянно грязная. В общем, все протерла. Убираюсь также в этом ящичке. Тут у меня лежат все мои кастрюли, сковородки, контейнеры. В общем, вся посуда такая, ну, которая нужна для готовки. Все протерла, составила на место. И тут все чисто, круто. Самое то. Нужно убраться в этих ящичках. Тут у меня лежат столовые приборы. Протираю лотки для них. И просто все аккуратно складываю по своим местам. Так сразу на кухне становится чисто, даже как будто становится больше воздуха. Теперь нужно убраться в этом ящичке. Тут у меня лежат все так для выпечки, всякие такие мелочи, которые кухонные, пакетики, пергаментная бумага, фольга, ну, в общем, такие мелочи, трубочки многоразовые, ножницы. В общем, тут я тоже везде убралась. И теперь мое самое нелюбимое – это отмыть плиту. Ну, плиту я сегодня буду мыть, духовку, точнее, азелитом. Также все забрызгиваю. Духовка внутри была грязная. Правда грязная? Вот этот гарь, налет, вот этот везде, куча всего. Но азелит классно с этим справляется. Видно прям, как начинает белая пена превращаться в коричневую. Прям этот жир растворяется и начинает прям стекать. Очень у меня ушло на это много времени, ну как много, очень много пришлось убирать эту пену, все мыть, несколько раз полоскать, в общем, ну я все отмыла, естественно, не оставила так, и духовка стала значительно чище, прям блестит. Осталось протереть стекло, и все, духовка идеально чистая. Убираюсь в этом ящичке. Тут, в принципе, тоже все у меня чисто убрано. Я практически всегда в нем убираюсь. Просто протерла от крошек. Тут у нас лежат печеньки и хлопья. В этом ящичке чисто. Осталось убраться только на столешнице и помыть раковину. На столешнице, естественно, я убираюсь каждый день. Поэтому я просто протерла баночки от пыли. Протерла саму столешницу, она чистая. И теперь нужно отмыть раковину. Раковину сегодня буду мыть тоже азелитом. Одеваю перчатку, брызгаю, прохожусь губочкой, и все. И раковина новая, как чистая, чистая, как новая. В общем, все круто, все классно. Раковину я тоже отмыла. Ну вот, в принципе, и все. На этом моя уборка подходит к концу. Спасибо всем, кто посмотрел эту уборку. Если она вас смотивировала, обязательно поставьте лайк, напишите об этом комментарий. А кухня у меня такая чистая, все на ней сияет. Так приятно на это смотреть, на чистую кухню. Все как будто новенькое. Такая красота. Обожаю чистоту. На улице жарко. Я пошла за Ванюшей, точнее сейчас заедет подруга. Вместе с ней поедем за Ваней и потом еще в садик погуляем с мальчишками. У нас такое дело, сломалась стиральная машинка. Не знаю, муж будет налаживать или будем покупать новую. Что-то там какая-то ошибка загорелась. Е3, что ли, 3Е. Первый раз так лучше, что вижу. В общем, вот так вот. Так что машинка сломалась. Стирала-стирала, что-то остановилась. Она вчера уже как-то странно гремела. У нас машинка старая, я ее уже
Ой, наверное, лет 10, если не больше. Если с такой частотой, с которой мы стираем. Стираем мы примерно 2 раза в день. В общем, она уже точно отжила свое. Ну, не знаю, сможет муж наладить, не сможет. Или ремонтника позовем. Или все-таки купим новую, пока не знаю. Что делаешь? Во что? Ходили в пекарню, купили булочки, такие вот улиточки. Купили еще круассаны с шоколадом детям. И еще Ване взяли сосиску в тесте. Буду пить чай сейчас. Ну, Ваня, что это? Как спецназ называется? Муж ремонтирует машину, кошка куда-то полезла. В общем, там что-то сломалось. Муж сказал, отремонтирует. А я уже хотела купить новую. Взрослый человек, а? У нас уже следующий день. Мы с Ванюшей идем к лору. И мы будут делать снимок. В общем, смотрите, его аденоиды. И нужно еще зайти к педиатру. Что-то у него там, короче, с анализами. Не знаю, непонятно что. В общем, зайду, спрошу, узнаю, что такое. Поэтому Ваня сегодня в садик не пошел. А муж дома остался ремонтировать машинку. Вчера еще не доделал. Ваня нашел одуванчики. Это первые одуванчики. Где пчелы? На одуванчиках? Но они собирают этот, чтобы мед делать. Много. Ой, какие красивые одуванчики. Пчелы, да, они вот собирают нектар, чтобы мед делать. Это же первые цветочки. Вот это красота, да? Да, и травка зелененькая. Вот это красиво. Мама, не пики меня, я еще оттуда заметила. Ага. На завтрак приготовила вафельки. Василиса пьет какао с вафлями со сгущенкой. Такая вкуснотища. Ваня уже поел, но решил вернуться. А у меня на завтрак яичница, как всегда, с беконом и с овощами. Кофе с сердечком кокосового масла. Приятного мне аппетита. Все-таки завтрак мой любимый прием пищи. Обожаю яйца, овощи и бекон. Вкусняшка. Ну, еще есть вафли, но вафли я, наверное, не буду. Хорошо, когда у мужа золотые руки. Он наладил стиральную машинку. Только тут теперь вот такой кошмар, вообще жесть. В общем, вот такая вот ужасная грязь, грязная грязь. Все это нужно отмывать. В общем, там было сломано какие-то щетки, он поменял. Сделал подшипник на барабан, чтобы барабан не стучал. В общем, наладил. А то я уже хотела купить новую машинку. Муж наладил. Все, она теперь дальше работает. Ох, предстоит отмывать всю эту грязную грязь. Мы уже вернулись из больницы. Покушали. Ванюша лег спать отдыхать. Тихий час. Он привык уже к садику, к режиму, что в обед спит. В общем, лег поспать. Я начала отмывать в ванной машинку, все, что муж, короче, отремонтировал, все вот это вот нужно помыть. И, в общем, хотела рассказать вам про Лора. В общем, у Вани аденоиды, увеличенные аденоиды и увеличенные миндалины. И, в общем, нам врач, до этого нам врач говорил, что нам нужна будет операция. Получается, вот когда мы ходили на медосмотр, мы заходили к Лору. Лор нам прописал какое-то лекарство, сказал, покапайте. И типа назначил вот на сегодня, что нужно прийти и
сделать снимок. Мы когда пришли, он сказал, снимок делать не надо, он просто его посмотрел и сказал, что хорошая динамика, в принципе, возможно, нам не понадобится операция. Он прописал еще лечение, там брызгать какую-то, короче, в нос что-то брызгать, метазол, короче, какое-то лекарство 2 раза в день брызгать, потом брызгать еще 2 недели 2 раза в день, потом еще 1 раз в день еще 2 недели или 3. В общем, вот это лечение назначил, сказал, когда лечение все пройдет через месяц, прийти еще посмотрит, потом еще проходить лето, так как летом хорошая погода, говорит, возможно, он не будет болеть, главное приучать его дышать носом, и если за лето все пройдет, то типа прийти к нему еще осенью и уже скажет, нужна нам будет операция или нет. Но, говорит, динамика хорошая, скорее всего, нам не понадобится операция, короче, аденоиды пройдут сами. Надеюсь на это. На улице сегодня вообще прекрасная погода. 18 или 20 градусов, вообще прелесть. Мы пошли погулять. Ванюшка вон бегает. А мы с Анюшкой... Пошли в находку, сходим. Сходим в находку. Хотела, скажешь, по парку погулять. Ну ладно, находка так находка. Мы приехали к друзьям. Они тут затопили чан. Будем сейчас купаться. Супер, супер. Ванёк! Как тебе? Лежим, чилим на крутой терраске. Искупались в чане. На расслабоне как бы не уснуть тут на террасе. Надеюсь, меня кто-нибудь потом заберет отсюда. Знаешь, когда Женя танцует у меня в кадре, он все время надеется, что я это не выложу. Я выложу. Мама, мы с Кириллом на улицу пойдем. А что у тебя за... Что за херня? Я ела же варенье, это очень вечное. У меня есть секс. Жесть, как... Я уж охренела. Мама. Мы не просто сидим на террасе. Мы едим торт. Прям вот отсюда едим торт. Сейчас еще нам Игорчик организует горячего шоколадца. Это будет просто пушка. На дереве кирпич висит? Сбивать его плохая идея, Вань. Дядя Азиф будет не рад. А это сделали? Спроси дядя Азифа. Ну ладно. Кто это у меня? Кто это у меня тут? Кто это тут у меня? Кто это тут у меня? Кто это? Это Конор. Ай, не лежи на меня. Конор. Конор. Хорошая, красивая собачка. Конор. Конор. Ой, не лежи меня. Мы сдали тест, прилетели, сдали. Ой.